Девочки, всем привет! Мы вышли с Мишкой на прогулку. Я бы вам хотела показать комбинезон. Это фирма Foam My Dogs. Я вам уже снимала видеообзор на этот комбез. Вот хотели бы вам показать, как он выглядит во время прогулки. А совершенно не стесняет движение собаки, то есть ему идти комфортно. Миша, Миш, ну-ка повернись к нам. Миша, Миша! Вот, скажи, какой я красавчик. Капюшон достаточно объемный, на него его вполне можно надеть. Сейчас мы с вами покажем. Миш, давай напялим комбинезон. Вот так вот он выглядит. Ну, Миша любит гулять, поэтому попросить его посидеть, это вполне даже вообще нереально. Вот он его снял. То есть собака даже вполне может снять капюшон сама. Ну вот, скажи, так мы выглядим во время прогулки. Гуляем мы, сейчас у нас сильные морозы, гуляем мы в башмачках с Алиэкспресс, они были что-то очень дешевые, в пределах 200 рублей, вот, но девчонки, они действительно очень такие, знаете, удачные, они когда мне пришли, я была не совсем довольна, но вот в процессе эксплуатации я поняла, что они реально классные, с ноги они не спадают, они на резиночках затягиваются. Миш, а что стоим-то? Пойдем. Пойдем, что мерзнем? Миша, пошли. 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 Иди сюда. Пойдем сюда. Миша. Что-то он у меня растерялся. Пойдем, 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 пойдем. Вот сейчас выходит Миша. У нас просто сильный ветер. Может быть, это будет слышно во время видео. Вот так вот мы гуляем. То у нас яркое солнце, то мы сейчас просто зашли в тенек. Но... В общем, собака в комбезе не мерзнет, он очень теплый, он на шелковом подкладе. Есть еще комбезы на таком, как вам сказать-то, ну, как на меховом подкладе. У нас такие тоже есть, но пока мы гуляем в этом. Нам очень нравится, Мишке удобно, комфортно. И, в общем-то, самое главное, что я довольна, потому что ему удобно. И в дальнейшем я планирую купить ему еще один или два комбеза, потому что получается так, что это сейчас морозится, все сухо, а когда погода достаточно такая мокрая, то и комбез мы уделываем тоже быстро. С него очень хорошо все стирается влажной салфеткой, но порой, если мы пачкаемся, остается запах. Так что, девчонки, если вам нравится... Приобретайте такие комбезы. Извиняюсь за звук, извиняюсь за шум, но мы сегодня на улице. Миша, Миш, Мишенька, Миша. Ну, Миша на своей волне, он очень любит гулять. Поэтому, девчонки, всем удачного дня и хорошего настроения. Всем пока-пока.